Нам сказали: кончается мир, и повсюду исчезнут чувства. Мне так грустно от того, что нельзя любить тебя бесконечно. И куда подевать все причуды твои, безумства? Все исчезнет, обидно, тоскливо и так беспечно. А я думал, прощание не конец света, что мы дети лета, не способные адаптироваться к зиме. Мужчина и женщина, всего-то два человека, которые жаждут мира, но всегда готовы к войне. Тяжелее всего оказалось менять привычки. У тебя отмычки к моему сердцу, у меня от твоей души. Повсюду бензин, а мы зажигаем спички. И ты просишь, как Богу молишься, не туши. Но прошу, пиши, если нам суждено расстаться, не уйти друг от друга, а просто кончиться. Так давай сохраним наше доброе, всюду смеяться, и в последний миг как следует заморочимся. И не будем когтями царапать разум, у меня на нас остается чуть меньше суток. Апокалипсис чувств грядет, успевать нужно все и сразу. А давай за час остановим 40 маршруток. Пробежим по фонтану, займемся сексом на крыше. И на каждом пролете, спускаясь ниже и дальше, снова станем друг другу намного ближе и успеем то, что не сделали как-то раньше. Я смотрю на тебя и записываю в тетрадке. Может быть, перечитывая, будем спасаться. И других поглотят правила и порядки. Будем заново учиться смеяться и целоваться. Если не сработает, лучше уж загореться и истлеть, не чувствуя ни свободы. А от тебя все равно никуда не деться. Мы одной любви, одной безумной породы. Остается час. Мы сидим напротив друг друга, а вокруг огонь беснуется и рычит. И глаза твои яркие от испуга. Дорогой мой, странненький индивид.